Мы в Иркутске на фестивале «Звезды на Байкале». 17 дней, ежедневные концерты, 8 оркестров и невероятные солисты. Сегодня Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Александр Сладковский, ну и, конечно же, наш Петр Ильич. Па-па-па-пам! Снимай. Тихо, осторожно упадешь. Я готов быть с вами соведущим, как и на гран-пиано. Вы говорили с этим человеком? Еще нет, вот я, собственно, к вам и прибежал. Мы сейчас порепетировали, и самое главное что для меня всегда, чтобы солисты были довольны, чтобы солисты, которых мы аккомпанируем, чтобы они чувствовали себя комфортно. И чтобы мы были на одной волне. Ну, мы это вот, мы эту волну сейчас поймали. Да, маленькая. Ты маленькая, ребята. У меня большая. Ты, не знаю, чего, маленькая. Я счастлив возможности играть в этом зале для этой прекрасной публики. Мы с трепетом с таким ждем сегодняшнего концерта. И, конечно, завтрашнего. И всегда счастливы здесь бывать. Фестиваль большой в этот раз, Денис Леонидович. Да, мощно. Мощно, да. Зачем вы посетили нас? Можно пройти? Его, конечно, потрясающий этот фестиваль, и не только этот, вообще все, что он делает, это всегда очень мощно и всегда очень грандиозно. А открытие фестиваля, это всегда очень трогательно и трепетно. Дамы и господа, я рад приветствовать вас на самом масштабном в России музыкальном празднике. Фестиваль Дениса Мацуева «Звезды на Байкале». Концерт Чайковского. Вы его играли 1000 раз? Нет, 324-й был только что. А, серьезно? Да, я считаю. Смотрите, вот в этом городе в 89-м году я впервые сыграл этот концерт здесь. Пожалуйста, внимание, у нас антракт. Ребята, подходите, убирать рояль. Спасибо. Я пошел, мне надо рояль. Очень много хороших пианистов, которые могут его сыграть. Как, что и подтвердил последний конкурс Чайковского. Скажем, да? Вот, поэтому мы еще его поиграем. Открытие всегда это кайф, это всегда радость, потому что еще 2 недели, а у нас в этот раз 16 дней, это счастье будет 17, в своем городе. 17 дней. Их 17. Ну, я-то уезжаю на день в Владивостоке, меня не будет всего завтра. Поэтому для меня 16. Тоже кайф, тоже это кайф. Такой кайф невероятный. Старый ловелас. Так, поэтому, что я говорил, открытие пошло, все в порядке. Как прошло? Отлично. Были ошибки? Нет. А у Дениса Леонидовича? Нет, конечно. Ну, естественно. Да. На Байкале всегда жарко. Публика потрясающая. Хочу вам сказать, что в Иркутске она, конечно, изысканная. И мы, в принципе, избалованы, конечно, вот такой публикой, которая знает, зачем она приходит и что она хочет вообще в принципе от нас. Но здесь очень прекрасно. Здесь такая тонкая публика. Сегодня немножко задержитесь, отпраздновать открытие. Обязательно. Денис Леонидович никогда не отпускает просто так. Мы обязательно поедем и посидим за чашечкой. Я не это имела в виду, это надо вырезать. Друзья, впереди еще множество концертов. Если вы в Иркутске или где-то рядом, приходите. Если вы далеко, то мы будем для вас все показывать и рассказывать, что происходит на фестивале. Так что не теряйтесь, подписывайтесь на наши соцсети. Фестиваль «Звезды на Байкале». Скоро увидимся.